Тебе не кажется, что свет стали выключать чаще? Разве CTOS не должна с этим бороться? Давай, еще раз. Опа! Что у нас тут? Все, Блюм платит бабки, чтобы Пирс исчез. Остальное их не волнует, так что фургон оставь. Живым Пирс не нужен. И еще, позвони Росарио. Ты с головой не дружишь? Слышал, что эти парни устроили в полне? У Росарио логика простая. Они не думают, не собирают данные, не шлют предупреждений. Если ты их припряг, все всерьез, потому что эти пацаны четкие, как пуля в лоб. Сечешь? С нас описание и адрес, и все. Ура! Главное, свали оттуда, когда они появятся. Адрес-то есть? Блюм дадут. Ждем звонка и понеслась. Вот честно, я согласна. Значит, Эйдена еще не нашли. Хоть что-то хорошее. Звякну ему. Если вы набрали этот номер по ошибке, самое время положить трубку. Если вы меня ищете, без мазы, нажмите отбой. Сигнала не будет. Не отвечает. Быстрее! Ну быстрее же! А то я... Я блевану сейчас. Ну-ну. Сейчас как заблюю вам тут все. Потом не жалуйтесь. О, Господи. Где моя подруга? Куда? Ой. Нет в списках. Откуда он у вас? Глупости, все номера есть в списке. Нужен правильный список. Я знаю, где прячется Эйден Пирс. Платите 10 тысяч долларов аванса. Я отправила вам анонимный номер счета. Секунду. Откуда мне знать, что это стоящая информация? Приятно было поболтать. Удачи. Стойте. Вот черт. Ладно. Если это пустышка, я заявлю о краже. О, отлично. Эйден Пирс спрятался прямо у вас под носом. Некоторые называют это место бункером. Бункер? Ну, конечно. Пришлете остальное, когда увидите, что я права. И, кстати, не пытайтесь меня нагреть. Неприятности вам ни к чему. Твою мать. Надеюсь, Пирс замел следы. Но стоит проверить. О, нет, черт.
Это не Эйден. Что происходит? Его по смазанным фото, но вроде похоже. Я еще никуда в нем не ходил, но, видимо, время уже пришло. Кто-то должен решиться, так? Кто-то должен стать лисом. Бедняга, этот маскарад стоил ему жизни. Вот черт. Пальнули, даже не подумав. Из-за Блюм полгорода гоняется за Пирсом. Это их вина. Копаюсь в файлах хулигана, тем безумнее все это выглядит. Во-первых, это девчонка. Да, и симпатичная. Я видела фотку. В новостях показывали именно ее. Клара Лил. Та, из ДЦЭК. Почему, думаете, ее убили? Ответ простой. Эйден Пирс. Да, она зависала с Мстителем. Дальше больше. Где они провели медовый месяц? В бункере. Клара пишет, что он существует и что она была там. И теперь не очень понятно, что мне делать дальше. Рассказать все ДЦЭК и получить за это херову тучу респектов? Или взять 100 000 Блюм? Раньше я была за людей и против системы. Или наоборот. А теперь... Похоже, мир катится в тартарары, что бы мы ни делали. А мне нужна новая тачка. Что делать? Что делать?
Босс, есть кое-что. Бронь отеля на чужое имя. Походу, он в Сент-Луисе. Сент-Луис? Черт, упустили. Копайте дальше, ищите информацию о нем и о Рэе Кине. Спорю, он тоже тут жил. Пора это остановить. Так, влезу в ее телефон, и зато теперь я буду в курсе ее звонков. О, Шарлотта куда-то звонит. Мне сказали, у вас был контракт на Эйдена Пирса. Это Росарио? Росарио. Чего нужно? Нужно проверить один адрес в Сент-Луисе. Можете съездить? Ну а хрен ли, тачка есть. Можем и съездить.
Как у тебя с баблом? Платит Блюм. Говно вопрос. Достанем этого козла. Надо заскочить еще в пару точек, чтоб наверняка проверить старые норы Пирса. Есть адреса его сестры и доктора Мендес. Детали мне не интересны. Нужно положить этих парней, пока они бед не натворили. И позвонить Эйдену. Если вы набрали этот номер по ошибке, самое время положить трубку. Если вы меня ищете, без мазы, нажмите отбой. Сигнала не будет. Ну же, бро, я твою шкуру спасаю. Эйден жил в одной из своих берлог. Похоже, Росарио его нашли. Не знаю, свалил ли он из города, но лучше с ними разобраться. Уверена? Так, тебе деньги нужны? Да. Нас не поймают. Опасности никакой. Да кому нужен этот чувак? Он же бездомный. Один из подручных Росарио. У Эйдена и врачихи Джексона и Оланды Мендес высокие отношения.
Эйден уверен, что она все знала с самого начала, но спустила на тормозах, чтобы получить свои 15 минут славы, книгу продать. Все равно, такого она не заслужила. Надо их остановить. Понимаю, что они рассчитывают найти в доме у Ники. Копы там все уже несколько раз перевернули вверх дном. Эйден пытался стереть ее из системы, но, похоже, неудачно. Ладно, разберусь с остальными Росарио. Что происходит? Боже! Искал меня, Тибон? А, решил ответить, значит? Я просто разруливал кое-что. Извини. Нет. Ага, а я тут завалил ублюдков, которые очень решительно шли к тебе в гости. Не за что. Кстати, Дедсек знает про вас, Клары, и они нашли бункер. И не ходи туда. Там теперь живет Шарлотта Гарднер и Блюм. Я понял. Ага. В общем, хорошего дня. Да. И тебе.